это секретная информация, о которой я говорил раньше. Стаган! Хоккейно умыслил и... Ой-ой-ой-ой-ой! Сейсайд! Опасно на пятачке! Первого года, можно. Да, именно вот в этом. Опасный момент, опять. Хорош. И момент. Еще ворот. Сапер. Кожемякин. Кожемякин. Калинцев. Калинцев опять на ворота. Против которого Крутов тогда появился. Хозяев, которые не реализовали. Ну и Крутов был удален даже на 10 минут. Сейчас скамейка пустует и играет в равных составах команды. Основная пятерка Витязей. Опа! И наконец. Вы думали, это сделал? Хорошим щелчком. Злодеев отправляет шайбу в ворота. Ядрёнов. Ну, Даниил Чеч. Еще попытку. Ох, какой молодец вратарь сейчас. Скажем так, в тонусе. И быть в тонусе игрокам. Вот сейчас хороший бросок. Линик. Опасно, опасно перед воротом. Падение. Вратарь вынужден. Смогилов на точке. Ох, как хорошо, здорово из-за ворот, быстро главное. И неожиданно шайб. И неожиданно шайба вернулась туда, на пятачок. Вроде бы уже собирались раскрывать контратаку Витязи. Да, это из-за ворот, если позволите, Дим. Из-за ворот выезжал, по-моему, Герман Волошин, да? А мы посмотрим. По игре счет был момент. Хороший момент, и... И обязательно. О, хорошо сыграл, да. Чечник. Одного может получиться. Опасно! Из всех. И вот момент. Бабушкин убирает шайбу. Так просто не обойти Кожемякин. Ох, вот отвечает, смотрите. Злодей Радченко. Еще момент. Хороший бросок получил. Да, Стага. Крутов не дает. Радиак Мерва подпирает. Отличный бросок ближнюю. Какие мы тоже старше. Говорит, что все, мы уже остаемся. Принимает шайбу, Верба останавливает. Молодец, точная передача. Ну, там играет Калинцев вместе с Санусовым. А смотрите, Моисеев выходит. Верба из. О. Если бы было раньше, три очка. Верба, ох, как! Стартовал сейчас 67 номер Беляков. Ой-ой-ой-ой-ой. Можно, и, можно, и шанс! Карпов не знает, меняться или нет, ему. Нет, говорит, меняться. Верба отбивает.
Козлова. Ой-ой-ой-ой-ой, как опасно. Своей команде победу в этом еще матче. Еще момент. Линник вновь. Ну посмотрите, по-моему, нет. Перекладину. Тебя сразу убьют, потому что ты будешь отыгран. Бабушкин разгоняется, он успевает Верба подставить шайбу. Клюшечка. Да, вновь Верба и Моисеев на льду. И Дедов, да? Нет, еще не... Ой-ой-ой, один в один. Сараева. Неужели за... Ровно на середине овертайма с досадой бьет клюшкой об борт Чечелев. Проиграл своим землякам.